Всем привет, подписчики и зрители. Ребята, хочу с вами поделиться сайтом, AliPrice называется. Так как вы, мои зрители, часто совершаете покупки на AliExpress, чем полезен сам этот сайт AliPrice? Во-первых, он полезен тем, что здесь есть разнообразные отзывы на товары настоящего реального покупателя. Вот пишет: отличный коврик, мне понравился. Все, можно переходить по ссылочке. Нас сразу перекидывает на сайт продавца. Вот стоит он 24 рубля, 29-30 рублей, грубо, да? Ну, в общем-то, ребята, я хотел поговорить с вами не об этом сайте, а о расширении AliPrice. Устанавливается как в Google, как в Яндекс, в Opera, Firefox, во все такие доступные браузеры. Я вот установил, видите, у меня окошечко имеется, у меня Яндекс. Нажимаем на нее, вот у вас открывается само приложение AliPrice. Есть поисковиковая строка, то есть можно ввести часы, да? Часы. Нажимаем «Поиск», вас перекидывает сразу на сайт AliExpress, вы попадаете на страницу, где разнообразные часы. Ну, можно все что угодно вписать сюда, то есть очень удобно. Можно просто перейти на AliExpress, можно перейти сразу же с этого приложения в вашу корзину, в свои заказы, сообщения, купоны посмотреть. В общем-то, очень удобно то, что все в одном месте. Все алиэкспрессовские вот эти распродажи, всякие горячие товары, все в одном месте. Также, ребята, можно в этом приложении отслеживать ваши посылки, то есть сюда вставляете трек-номер, который вам дал продавец, все, нажимаете «Отследить», вам покажет, где находится ваша посылка. Но это, опять же, отхождение от темы. Самое интересное я вам сейчас дальше покажу. Вот торговая площадка AliExpress открылась, как обычно, все. И давайте, к примеру, выберем товар. Вот у нас продается microSD-карточка на 32 гига стоимостью 700 рублей. Продавец пишет, что скидка у него составляет 30%. Давайте сейчас мы с вами это проверим. Переходим в магазин продавца. Смотрим нашу флешку. Где она у него тут с супер скидкой? Вот она продается у него 703 рубля. Заходим вот на страницу заказа и смотрим, ребята, вы ничего не замечаете необычного? Ага, самые внимательные заметили, в левом нижнем углу появилось вот такое окошечко. В этой графе, ребята, приложение автоматически подыскивает такой же товар. То есть он автоматически нашел такую же карточку и предлагает мне ознакомиться с этим товаром. Одна показывает 1420, другая 300 вообще. Так, давайте посмотрим, что это у нас. Вот выбираем 32 гигабайта, да, 753 рубля. А наша карточка у нас стоит 703 рубля. Уже мы экономим, грубо, да, 50 рублей. Ну что, полтинник тоже неплохо. Смотрите, здесь стоит 770 рублей. Запомнили, у одного продавца она стоит 770, у второго 750, но у нашего она стоит 703 рубля. То есть, ну да, действительно, какая-то скидочка есть. Далее, смотрим, 98,9. Что это? Нажимаем, смотрим. Это, ребята, анализ продавца. 98,9% покупателей довольны этим продавцом. Ну, базара нет, как говорится, у него он корона, смотрите. То есть это означает, что продавец там супер высшего уровня. Продавец у нас больше года на AliExpress. Работает он с 2014 года, 03 месяца. Товары соответствуют описанию. Очень общительный, быстро отвечает на сообщения. Так, обеспечивает очень быструю отправку товара. Продал очень много товаров за последние 3 месяца. То есть вы понимаете, да? Можно любого продавца проанализировать и подумать, стоит ли у него что-то заказывать или не стоит. Вообще офигенная вещь. Но это еще не все, ребята. Смотрите дальше. Видите значок доллара и стрелка красная такая вверх. Смотрим, нажимаем на нее. Опа, история цены. По вот этой истории цены можно посмотреть, действительно ли товар со скидкой. То есть вы помните, была грандиозная распродажа 11.11. Я просто-напросто брал любой товар, да, который пишут там 90% скидка. Заходите в историю цен и смотрим, что цена, к примеру, была там 600 рублей, потом резко взлетела до 1000, потом раз, скинул он, о, 700 рублей. А на самом деле, да, цена там у него 600 рублей. Китайцы тоже хитрые, бывает, очень любят дурить народ. А мы, как всегда, ведемся на все эти скидки. То есть вот это приложение вам поможет не обмануть себя и купить товар по выгодной цене. Это очень круто. Давайте перейдем еще на какой-нибудь товар. Ну вот, к примеру, телефон за 112 баксов. Вот автоматическое приложение загрузилось, показывает нам 32 предложения. То есть у нас вот 7278 рублей стоит этот телефон, да? Смотрим, можно купить его за 6900. 6994, вот 7, на самая выгодная цена у нас 6956 по ценам. В общем-то, ну, продавец раньше продавал за 7
728 и скинул, видите, немножко скинул, подешевело. То есть у него, но все же можно найти у другого продавца дешевле. Поэтому, ребята, что могу сказать? Насколько я, в общем-то, более-менее разбираюсь в продавцах и как, что смотреть, куда обращать внимание. Сейчас не проверяю продавцов, там, сколько он работает, сколько у него продаж, какие у него отзывы. Все, тупо переходите через это приложение, заходите на любой товар, и у вас автоматом показывает все, что нужно, чтобы выгодно купить на торговой площадке AliExpress. Поэтому, ребятки, ссылочка будет под видео на это расширение. От души советую, устанавливайте, вы точно не пожалеете, еще будете писать мне в комментариях спасибо. Ну, на этом все, ребятки. Надеюсь, вам это расширение будет полезно. Если вам понравилось это расширение, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Встретимся в следующих видео. Пока-пока.